Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Дальнегорске. 11 февраля в одном из городских магазинов обнаружили тела сторожа и его супруги. Еще один родственник был ранен. Полиция дала ориентировку и примерный маршрут потенциального убийцы. Однако на поиски ушла почти неделя. Задержание подтвердил Следственный комитет по Приморскому краю. Сегодня, благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета и полиции, установлено местонахождение подозреваемого в двойном убийстве. Он скрывался в заброшенной даче в черте города Дальнегорска. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения соответствующих следственных действий. Ранее сообщалось, что 11 февраля 2023 года в помещении магазина по улице Матросова в городе Дальнегорск обнаружены тела мужчины и женщины, сторожа магазина и его супруги, с признаками насильственной смерти в виде колото-резных ранений головы и тела. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье убийства.